Итак, загружаем игру. Блин. Экзамен завтра. Это не могу подготовиться к нему все никак. Блин, а как тогда, блин? Надо готовиться тогда. Ай, кусается. Вроде бы ж как бы одна книжка, но такая тяжелая. Ладно. Потом разберемся с ней. Лучше просто поставим ее на стол и будем страницы щербать. Что это за почтальон Печкин бежит? Какие-то кони. Киев и Харьков. И Днепро. 1000 километров от нас. Ого. Ух ты, тут деньги. А, ладно. Так, вот эту страницу надо делать, которую мы в школе делали. Забыли доделать. Задача. У Маши Биля. И сколько у Маши осталось денег? А сколько у нее денег осталось, если вы там у меня спрашиваете? Я даже не знаю, сколько у нее денег осталось. Чего вы у меня спрашиваете? Этот вопрос непонятный вообще. Не могу понять. Ну ладно, ладно. Так уж и быть. Запишу, запишу. Много так я прошла, конечно. Ладно. Так. Так я что, не сдам, блин, экзамен? Надо сдавать экзамены. Тупыми все-таки нельзя останавливаться. В смысле, становиться. Надо быть умными. И вы тоже хорошо учитесь. Чтобы в армии не служить или еще где-то. Ну ладно. Сейчас будем. Хотя мы только, блин, в 3-м классе. Но мы уже начинаем как бы экзамены зубрить. Ну ладно, почему? Ладно, примеры. 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 Сколько будет 2 плюс 2? 5! Изи. Ну так как бы все. Больше ничего не надо.